В следующем году серфинг дебютирует на Олимпийских играх в Японии, в программу которых он был включен решением МОК. Первые олимпийские соревнования по этому виду спорта пройдут в Токийском заливе у побережья Тибы. Но многие японцы считают местом зарождения современной серф-культуры регион Сюнан и залив Сагами. Раньше живущие там японцы занимались серфингом на волнах, используя стиральные доски. Но в 60-е годы местных жителей познакомили с современным видом досок для серфинга американские военные, которые жили на базе Ацуги во время войны во Вьетнаме. Мне очень нравится в Сюнане, потому что время здесь тянется медленно. И кажется, что все люди добрые и миролюбивые. Это очень здорово, говорит серфингистка Майи Аримото. Сегодня Сюнан – оазис тишины и умиротворения, находящийся вдали от шумного и оживленного токийского мегаполиса. И многие живущие здесь японцы предпочитают рано утром перед тем, как отправиться на работу в Токио, покататься на волнах.